Во Владивостоке отпраздновали День города. Все началось с торжественной церемонии бракосочетания трех пар на красивой открытой площадке одного из отелей на берегу бухты Золотой Рог. Поздравить молодоженов приехал глава города Константин Шестаков. Сегодня мы всем городом будем праздновать, помимо его дня рождения, 164 года прошло с его основания. Он, по большому счету, совсем юный. Но мне кажется, сегодня здесь, на этой сцене, вы такие же юные, очень красивые, на вас смотреть одно удовольствие. Я надеюсь, что наша команда сделала так, что этот день вы запомните. На набережной Цесаревича прошло множество интерактивов. Все желающие могли научиться настоящему филиппинскому танцу от известного филиппинского хореографа Дениса Навара. А спортсмены из Владивостока, Уссурийска и Дальнегорска соревновались в силовом экстриме. Еще одним ярким событием празднования стал гастрономический рекорд. 500 человек за 5 минут слепили 4540 хинкали с гребешком. Вечером гости праздника собирались у сцены, где выступали Антон Токарев, Иван Панфилов и Айова. К поздравлению с Днем города присоединился губернатор Приморья. Здесь живет 280 тысяч молодых ребят. Более половины жителей края, молодежи края. Они учатся, работают, служат, участвуют в общественных проектах, культурных мероприятиях. Именно этой молодежи предстоит строить и развивать наш город, наш край, нашу страну. И мы по праву гордимся такой молодежью, которая уверенно смотрит в будущее. Завершилось празднование Дня города не традиционным фейерверком, а водным шоу. Началось оно с огненных залпов, после которых в небо над бухтой Золотой Рог взмыли спортсмены в светящихся костюмах. Отметим, празднование Дня города завершило неделю в молодежной столице, которая началась во Владивостоке 30 июня. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.